Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки кота. Всем привет! Давай начинать. Давайте. Так, давайте начнем с фарай. Так, ну, сейчас посмотрим. А вижу только что она синяя. А там еще что-то рядом стоит. Ладно, на это смотреть. Это диски, чтобы было удобно перенести с помощью нового инструмента. А, ну, так. Понятно. Это еще давай что-то? Давай лучше ты сядешь за руль, потому что у меня комп не очень хороший, и он... Она просто очень сильно лагает, когда я еду. Так, ну, я поехал. Первое, что я заметил, то, что она дрифтит. Только два места. Ну, вот спереди очень красиво сделано. Еще колеса. Салон, кстати, работает. Там можно включить фары с помощью ключа зажигания. Его, стоп, конечно, а нету, где? Но там типа кнопочка. Сейчас. Я не вижу. Сейчас я конфетку съем. Просто у меня все длинно. А как мне в эту кнопку-то зайти? Вот, смотри. Все, нажал. Вот, да. Возле руля. Вот. Ну, я нажал, да. И что, включаются фары? Типа все. Да. А что там красное у колес? Это тоже. Ну, это задние фары. Нет. А белое это передние. Нет, у передних и задних колес там сам посмотри, именно там что-то другое. Красное такое. Да что, баг? Тут а, справа. Нет, это на дисках такая. Ну типа там бывает, да, я знаю. Ну, просто она красная. Так, руль тоже есть, она может ехать. А для чего ты ее сделал? Да, не знаю, я просто по фану сделал. Мне что-то захотелось построить какую-то Феррари. Я хотел построить сначала обычную Феррари, но потом случайно как-то зашел на Феррари F40. Мне она прям очень понравилась. И вот из-за этого я ее построил. Она даже у меня очень сильно лагает. Я на ней не могу ехать, объясни. Да, это очень жестко. Так, все, я вылезаю. Показать механизмы? Я могу сейчас прозрачность включить. А, ну если хочешь, можешь показать. А, колеса именно не вот тут сбоку, как обычно бывает, а внизу. Угу. А там внизу сервоприводы. Стоп. А нет, ты просто взял на плоские колеса и эту машину наложил. Да. Ну ладно. И внизу сервоприводы, чтобы поворачивать колеса. Да. А почему она такая какая-то вообще? Я не знаю. Потому что, ну, может быть, она слишком сильно детализирована. Нет. Пары, может быть, тоже. Из-за колес, наверное. Ну ладно, тогда давай дальше. Так, давай Honda Civic. Тоже машина? Да. И тоже из золота. Да. Ну, мне почему-то... ну просто золото, эта машина блестела, из-за этого я ее сделал из золота, потому что она была блестящая в оригинале. Вот тут колеса тоже сам сделал. Да. И зайти надо. А, точно, я забыл, что надо прозрачность брать. Сейчас заходи. Коллизия, наверное. Ну да, коллизия. А там сзади место, что ли? Да, для лисички. А, ну ладно, я тогда... Попробую поехать. Тоже есть фары, только колеса вот это, которые поворачивают именно. Оно вообще да, куда-то они внутрь. А почему оно так дрифтит вообще? Как будто едешь потому что это по горочкам. Такой механизм поворота. Сейчас я попробую препятствие сделать. Мне кажется, она сможет проехать. Шинка все-таки. Так, сейчас я вот тут понаставил, ну, конфеток. О, а почему там внизу прозрачность ты не включил? А, я просто... включил. Ну, я выключил, не видел. Да. Там и руль работает, и в той Феррари тоже руль работал. Работает? Да. Стоп, а как он работает? Ой, тут руль, конечно, очень высокий. Да. Но большой. А, нет. Что сервопривод? А, можешь заново загрузить? Тут просто это. То, что ты все непрозрачным сделал, это очень мешает посмотреть на руль. А руль не на колесе, а на сервоприводе. Так, а почему крышу убираем? Ладно. Чтобы посмотреть это, да. Вот, руль поворачивает. Так, еду. От первого лица можно смотреть, очень прикольно. Ну, есть синюю конфетку съесть. Тут кто-то, вижу, построил колесо от Monster Truck, прям такое прикольное. Так, и что какая-то иллюзия происходит через это стекло. А ты что стеклом делал? Да я когда через стекло смотрю, то конфеты белого цвета. Когда без стекла, то они синие. Стекло. А реально, я тоже сейчас смотрю. Может, это из-за цвета? Это баг или что такое? А почему так? Возможно, баг. Либо так не должно быть. Могу показать самокат. Стоп. А, это со всеми видами колеса работает. Ну, стекла. Если хочешь, можешь показать... О, реально белое. Показать самокат могу. О, покажи. Так. Это уже будет не машина, что-то другое? Ну да. А где самокат? Сейчас. Конфетки удалю. Вот, так. Так, это велик, он плохо работает. А вот самокат хорошо. А можешь механизм скрыть? Да. Велик, так, велик, плохо. Я имел в виду скрыть, а не открывать. Я хотел, чтобы ты их скрыл. Можешь скрыть? Ладно. Велосипед едет очень медленно. Ты что делаешь? Да. Вот самокат умеет подпрыгивать. О. Может протестировать. Ездит и подпрыгивает. Ну, на ездит клик. Вообще, как бешеный. Ты поворачивай так себе, на клик он прыгает. На клик?
А, да, вижу. Можешь заново загрузить? Просто все механизмы раскрыть. Вот так, хопа. Ой, ну там не видно. Да блин, я просто это сделал случайно пустым слотом, но потом передумал. Короче, вот сейчас. Так, так можешь расфиксировать и у мотора прозрачность. Ок. Ой. А, это блоки. Назад отъедь. Нажми на клик, зажми клик и отъедь. Вот. Ой. Так, ладно, нормально все идет. Я кушаю конфету, чтобы стать нормальным. Ну ладно, так тоже пойдет. Так, куда мне ехать? Ну, давай на вот сюда, на деревья буду прыгать. Прыгать. Ой, что-то он прыгает немножко. Это баги с помощью этого, мотора. Так, я попробую поехать лучше вот сюда. Просто без клика. Ой, ну прыгать он умеет. Так, а он все, у меня перевернулся. Обратно уже не... А нет, можно, он даже сальто умеет делать. Я так в стенку прям резаться как-то. А почему он вообще прыгает? Это механизм. Хочешь, покажу? Да, я немножко понимаю. Он даже по стенам едет, кажется. Получается... Ну, это из-за двигателя. Сервоприводы. Он так оттягивается, и он подпрыгивает. Но нельзя, конечно, да, так задерживать. Надо просто кликнуть, и он прыгнет. Да. Что я еще могу показать? Так, стой. А вот этот велик можно посмотрю? А, да. А батут? Это батут, что ли? Это не батут, это типа трамплинчика. На нем можно прыгать? Ну, я вообще думал, что будет нормально работать, но после того, как я посмотрел, как она работает, плохо. Ой. Куда ты? Не, не надо. Так, ну здесь такой функционал, типа, заново помоги. Можно загрузить механизм, да, опять? Да, так. И он тоже умеет прыгать, да? Да, он тоже умеет прыгать. Все. Это я типа делал, что типа прикольное такое покататься можно. Еще трюки поделать. Прозрачность включи там, ну, всего, что осталось, поудобнее было. Ой, еще раз. Оп. Ну, едет он очень медленно, потому что у него только переднее колесо работает. Заднее не работает. Да, погоди, я тебя настрою. Да. Ну да, конечно, и скорость на пятерочке всего лишь. Можешь скорость погромче сделать? Вот так, более-менее. И у него еще управление задом наоборот, тоже неудобно. Велик может ехать, прыгать тоже. У нас механизм прыжка прикольный. Такой. Но есть... только здесь уже перевернуться будет сложно обратно, потому что тут нету двигателя, тут именно уже на колесах. Ну все, я застрял категорически. Ладно, давай тогда спорткары еще покажу. Здесь у меня...